музыкальный фестиваль «Золотой шлягер» в Могилеве – это пять дней любимых мелодий. Это конкурс молодых исполнителей, это джаз, блюз, диско, застольные песни и советская эстрада на одной сцене. И все же главное – это ощущение праздника. И уже непонятно, со сцены передается творческое настроение на городские улицы или наоборот, идут с улиц на сцену. На закрытие фестиваля приехала неподражаемая Лайма Вайкуле и сразу уловила царящую на «Золотом шлягере» атмосферу. Громче, громче! Движение – это жизнь! Ведущий концерта, представляя итальянскую певицу Ингрид, запел. И вот уже сама Ингрид начинает общаться со зрителями на русском языке. Золотой шлягер – это место, где раскрываются секреты. У Сергея Дубровина, первого исполнителя самого ресторанного шлягера «Ах, какая женщина», мы спросили, а какой же женщине он пел? Для меня это музыка. Певец Кайметов исполнил песню «Между нами дверь стеклянная». Но на самом деле этой двери между ним и публикой не было. Я вышел только, мне сразу такой кредит доверия был, мне сразу так стали аплодировать, что я просто растерялся, честно говоря. Для дневника «Золотого шлягера» певец исполнил свой любимый шлягер. Где-то далеко идут дожди, ну и что, пускай себе идут. Для меня сегодня важнее Могилев, поэтому я сегодня здесь. На сцене исполнители сменяют друг друга. У Тини Толкай сбылась юношеская мечта – спеть с Евгением Осиным. Получился у нас классный, веселый номер. И для нас большая честь. Может, эти песни под гитару умеем? С таким артистом. Во дворе играли под гитару. 18 лет когда было. Тогда еще и подумать не могли, да, что вот так вдруг на одной сцене окажемся. Сам же Евгений Осин любимой песней назвал «Песню о медведях» из «Кавказской пленницы». Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, вдруг со спиной медведь, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря. Трутся об ось медведи, вертится земля. Для белорусской певицы Инны Афанасьевой фестиваль «Золотой шлягер» – это место добрых встреч. Очень была рада увидеть из Куи Олю Шлягер, очень была рада увидеть. Вообще, я рада видеть многих здесь людей. Все уже давно родные люди, близкие и родственники практически. Ведущая гала-концерта Ольга Шлягер – истинная легенда фестиваля. Фамилия обязывает. У меня сын спрашивает: мама, я золотой? Я говорю, почему? Ну, потому что золотой шлягер, поэтому, наверное, да, мы... Единое целое с фестивалем, это приятно. Ведь вы посмотрите, что происходит за кулисами. Все стоят вот такие вот. И так далее. Вот сейчас происходит момент зарождения счастья. Очередной 13-й по счету «Золотой шлягер» завершился. Официально фестиваль завершился, но душа-то поет. Упала на пол, и эту шляпу унесло. Белоделка мати с розовым крутом, белка не стояла с молодым рекрутом. Листья желтые над городом кружатся. Самый крутой, самый позитивный, самый классный. Ура, Беларусь рулит. Ура, спасибо всем.